Коллеги, добрый день. Рады вас приветствовать в пресс-центре информационного агентства России ТАСС. У нас пресс-конференция президента Российского футбольного союза Александра Валерьевича Дюкова и главного тренера, нового главного тренера сборной России Валерия Георгиевича Карпина. Валерий Георгиевич в представлении не нуждается. Все вы его хорошо знаете. Он был одним из лучших футболистов своего поколения, был одним из лидеров сборной России по футболу, был капитаном. Удар! Гол! Валерий Карпин забивает третий мяч ворота французов! Сегодня Российский футбольный союз подписал контракт с новым главным тренером. На сегодняшний день он является одним из лучших действующих российских специалистов. Хотел прежде всего поблагодарить Российский футбольный союз за оказанное доверие и честь, ответственность, конечно же, огромная. У меня даже сейчас, честно говоря, волнение присутствует, что, в принципе, для меня странно. Все мы надеемся, естественно, справиться с поставленной задачей. Она совсем близкая. Это выход на чемпионат мира в Катар. Для меня это тоже был сложный, наверное, выбор, шаг. Без поддержки всего футбольного сообщества, начиная от журналистов, заканчивая футболистами, тренерами, ну, абсолютно всех, понятно, что это будет нелегко. Я, во всяком случае, готов, тренерский штаб готов, так что будем надеяться, что все будет хорошо. Так, все, спонсор билетной программы. Все, свободны? Погнали. Можем ехать.